После трагедии в Ионийском море береговая охрана Греции арестовала 9 человек, которые могут быть причастны к перевозке мигрантов. Все они оказались гражданами Египта. Как сообщают местные СМИ, они находили клиентов через сайт. За перевозку одного человека они брали от 4 до 6 тысяч евро. Всем арестованным предъявлены обвинения в создании преступной организации и организации нелегальной иммиграции. Что касается выживших, их всех направили в лагерь для беженцев. Они сели в автобусы, предоставленные городом Каламата, и будут доставлены в Малакассу, где после этого будут соблюдены процедуры, предусмотренные греческим законодательством в отношении их пребывания в стране. А затем они решат, что им делать. Напомню, рыболовецкое судно затонуло примерно в 70 километрах от греческого Пилоса. 79 человек погибли. В Греции объявлен 3-дневный траур.